Дорогие коллеги, мы рады пригласить вас на 10-й юбилейный международный форум «Белые ночи», который будет проходить в самое красивое время с 3 по 7 июля. В рамках форума мы будем обсуждать вопросы мультидисциплинарного, комплексного, пациент-центрированного и проблемно-ориентированного подхода. Все для того, чтобы правильному пациенту в правильное время назначить правильное лечение. Особо хотелось обратить ваше внимание на сессию, посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося ученого и клинициста, основателя Санкт-Петербургской Ленинградской школы химиотерапии Михаила Лазаревича Гершиновича. Также в рамках сессии мы будем обсуждать ключевые вопросы, связанные с внедрением в нашу клиническую практику новых препаратов на основе новых исследований, о которых мы узнали в рамках не так давно прошедшей конференции АСКО. Мы обсудим вопросы расширения ландшафта лекарственного лечения за счет активного внедрения в нашу клиническую практику иммуноконъюгатов. Нас продолжают волновать вопросы, связанные с недолечиванием и перелечиванием онкологических больных. Это прежде всего вопросы эскалации и деэскалации лекарственного лечения в рамках не только неадъювантного, но и адъювантного лечения, также на этапе лечения диссеминированных опухолей и новый формат, о котором мы хотели вам рассказать и обратить ваше внимание. Это первый международный консенсус «Белые ночи», который пройдет 6 июля под председательством Владимира Федоровича Семиглазова, где мы будем обсуждать и голосовать по вопросам диагностики и лечения больных раком молочной железы. Мы будем рады видеть вас на форуме. Мы желаем вам быть не только в курсе самых последних новостей, но и быть в ресурсе. До новых встреч на форуме «Белые ночи» с 3 по 7 июля.